Прокуратура Ленинского района планирует направить представление руководству Нижегородского рынка «Народный» за неосвобождение территории. Сроки разрешения на торговлю администрации рынка истекли 31 марта. 21 марта прокуратура объявила руководству рынка предостережение о необходимости демонтировать все торговые объекты до указанного срока. Демонтаж начался 2 апреля, однако по данным на 10 апреля работы еще не завершены.